лицом к стене. Заходи. Да, далековато живешь. Дай бог, чтобы в пару часов уложились. У нас тут мост снесли. Придется крюк делать. Приемное отделение детской поликлиники центральной. Сама-то откуда прилетела? Из Лондона. Девочка с алкогольным Круто. Травмением. Как утверждает мать, она не заметила, когда малышка успела взять в руки стакан с вином. Крупное ДТП произошло около 23 часов. Экспертиза показала, что погибший водитель «Газели» находился в нетрезвом состоянии. Ну вот, приехали наконец. Остановите здесь, пожалуйста. Спасибо, сдачи номер. Спасибо. Добрый вечер. Ну и длани тебе, сестрица. Ты вон Костровый чуть череп не проломила. Лев, ты там жив вообще? Местами. Простите, я думала, в дом забрался кто-то чужой. А что же ты не сказала, что ты приедешь? Я бы тебя встретил. Нам бы все тебя встретили. Ну! Я звонила. Но трубку взяла какая-то женщина. Сказала, что здесь такие не живут, просила больше не звонить. Ничего, ничего, Лёва, до свадьбы заживет. Люсьена, душа моя, помилуй Бог, какая свадьба? Мальчики, мальчики, они выпили нам аперитиву. Давайте аперитиву наливаем. Бросили меня, давайте, все сюда. Саша! Едвига! Сандра! Милая моя! Пустой, зеленый ель на дороге. Да, 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 и мне налей, пожалуйста. Да. Ну вот, вот теперь тепленькое укрыться. Спасибо. А где Барбариска? Помер. Как? Он последние 2 года из болячек не вылезал. Ну, старенький уже был. Жалко. Да, светлая ему память. Смех ее даже слышать не могу. Ну, Люськи этой Пашкиной. Кошка наглая, совсем совесть потеряла. Гадит постоянно. Пашку на водку подсадил. Деньги из него тянет. Полный дом проходимцев. Представляешь, полгода у Дальцов ничего не писал. Меня вообще не слушает. Такой пельмень. Вот что Люся скажет, вот он и делает. А, ой, ох, какая девочка-то у нас выросла. Загляденье. Вся в маму. Когда же мы ее увидим-то? Увидите. Обязательно увидите. Только позже. Когда Джеймс остынет и будет в состоянии меня понять. Вот те раз. А я тут все о своем, да о своем. А у тебя вон какие дела. Ну-ка. Давай, рассказывай. Мы расстались с Джеймсом. Мне пришлось отказаться от родительских прав. Бедная моя девочка. А я тут гундю, дура старая. Ха-ха-ха!
Содом и Гоморра. Сестричка моя дорогая, наконец-то ты с нами. Сейчас в покер сядем. Я прошу минуточку внимания. Только что звонил участковый, ограблен соседский дом. Сюда направляется наряд, чтобы взять у всех показания, как у возможных свидетелей. Просьба никому не расходиться. Замечательно. Поехали. Лёва! Лёва, ну ты же сам сказал, что у тебя вся неделя свободна. Люсин, душа моя, склероз проклятый. Забыл совсем. Мне же выставку готовить надо. Извини. Лёва! Ирен, звезда моя, я уже иду. Извините, пожалуйста. Люсенька, ну ты не расстраивайся, голубушка. Ты думаешь, звонок из милиции, это правда? Ну... Баранки гну! Только такого, как ты, мог в это поверить. И просто отгул наших гостей отсюда. Как ты можешь позволять с тобой так обращаться, а? Ну почему в твоем доме командует не единственный кто? Ты знать не хочу. Ну как вы устроились? Замечательно, мам. Здесь все очень уютно. У меня такое чувство, что мы живем здесь всю жизнь. Я рада, что вам понравился мой выбор. Здравствуй, моя девочка. Здравствуй, моя милая. Ну, а тебе нравится ваш новый дом? А? Да. Ладно, пойдем. Покажешь, как ты устроилась. Ну, поднимайся. Ну, где твоя комната? Покажи. Нет, квартира очень хорошая. Я думаю, тебе здесь понравится. Ты о папе сказал, что привезли все твои вещи, и ты сама все разобрала. Ах, как хорошо ты все тут расставила. Молодец. Молодец. Это мисс Модест. Ах, мисс Модест. Мисс Модест расставляла, а Кора ей помогала. Правда, Кора? Кора, а ты ничего не забыла? Как же, а мистер Хиггинс? Ой. А? Ну ты же его бросила в гостиной. Я его не бросала. Кора, я никого никогда такое? Не бросала. Тихо, что? Тихо. Ну, конечно, ты его не бросал. Тихо, он просто решил погулять. Тихо, а сейчас вернулся. Я его никогда маленький. Не бросала. Ну, конечно, не бросал. Да, малыш? А сейчас мы будем укладываться в баньки. Я его не бросала. Все, будем ложиться спать. Я позову мисс Модест. Хорошо. Я его не бросала. Ну, все. Тихо. Все хорошо. Упакуйся, малыш. Все хорошо. Я его не бросала. Не бросала. Ну, видишь, он теперь с нами. Все хорошо. Мы вместе. А где Павел? Доброе утро. Павел где? Улетел. Что за дурацкие шутки с утра пораньше? 12-й час, между прочим. Угу. А Паша с Сандрой на кладбище поехали. Кладбище какое-то. Первый раз слышу. А где мои йогурты? А это твоих гостей надо спросить. При чем здесь мои гости? Это ваша съела, да? Это наша. С утра только кофе пила. Значит, ночью. Смотрим, так ведь за всеми же не уследишь. Вот могилы, про которые я говорила. Понятно. Ну что, территорию очистим, как ее, прополим все.
А оградка, я смотрю, крепкая еще, так заржавела. Но мы ее отшкурим и паровозной краской покрасим. Паровозной? Ну да, специальная краска такая. Ни морозов, ни жарюки, не боится. Да, и чтобы пололи раз в месяц. А зимой снег убирали, буду проверять. Ну, само собой, понимаю. Спасибо. Спасибо. Понятно, им все равно, что расти трава, что не расти. Это нам живым надо помнить. Да я хотел, но как-то все некогда, некогда. А чем ты так занят? А когда у тебя уже богемная жизнь? Попойки? Ну почему, не только? Ну еще барышня, которая Едвигу из собственного дома выживает. Саш, ты ничего не понимаешь. Они обе меня любят. Это просто женская ревность. Вот как у тебя все просто. Ты когда последний раз писать пробовал? Молчишь. Нечего тебе сказать, братец дорогой. Саш, ты не понимаешь, я художник. Чтобы писать, мне нужна творческая среда. Среда рождает идеи. Какая творческая среда? Твои друзья? Твоя барышня? Твои попойки? А что, они помогли тебе родить? Что? Нет, ты не права. Люся меня любит. Конечно, я благодарен Едвиге за все, что она сделала для меня. Но я, как любой нормальный человек, хочу любить и быть любимым. Вот смотри, у тебя на первом месте стоит слово «любить». А что ты сделал из любви к Едвиге? Позволил травить ее? А из любви ко мне? Да ты прогуливаешь все, ради чего я своего ребенка из-за тебя. Саш, ну, прости меня, пожалуйста. Ну да-да, дурак, дурак, я дурак. А знаешь что? Знаешь, что я сделаю? Я уеду в глухомань, чтоб мне вообще ничего не мешало. Я такую книгу напишу. Все просто закачаются. Ее будут вместе с прилавком из магазина сносить. Понимаешь? Я букера получу. Хвастун ты. Поезжай в свою глухомань. Барышню возьми свою. Вот и проверишь, любит она тебя или нет. Пусть хозяйство ведет, пока ты свой шедевр пишешь. Саша, правда, это же отличная идея. Представляешь? Вдвоем, в деревне, природа вокруг, романтика, а? Паш, ты что, шутишь? Какой-то дурацкий домик, без воды и канализации. Ну, Люсек, ты представляешь, там такой лес, такой воздух, речка, а? Угу. Никогда. Я не кухарка и не прачка. Люсь, понимаешь? Мне нужно писать. Пиши. Но я здесь не могу сосредоточиться. Всегда мог, а сейчас почему-то не можешь? Сейчас не могу. Ты меня не любишь. Ой, глупенький, ну, конечно же, я тебя люблю. Ну, сам подумай. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, ты будешь писать, а я что буду делать? А ты будешь меня любить. А. Ага.
Нет, это ты меня не любишь. В такую глушь везешь. Значит, я для тебя хорош только в ближнем Подмосковье? Слушай, не передергивай. Ты для меня везде хорош. Просто я молодая, красивая женщина. Я хочу жить, а не прозябать. Жизнь, она такая короткая. Значит, вопрос ребром? Или здесь, или нигде? Ну, зачем же так категорично? Ну, на Сейшелах тоже неплохо. Ты, я, белый песок, теплый океан. Ты представляешь, как это романтично? Так, все, Люсь, все, хватит, хватит. Я еду писать, а ты делай, что хочешь. Значит так, да? Смотри, потом не пожалей. Я ненавижу, когда у меня в ногах валяются. И в одну и ту же реку дважды не войдешь. Понял? Понял. Тебе вызвать такси? Нет, я пешком пойду. Угу. Иди, иди. Алло. Это Цветная, 16. Будьте добры, машину до Москвы. Да, побыстрее. Как можно скорее. Ты ползать за мной будешь. Как собака! А я тебя на порог не пущу, понял? Давай, давай, езжай, муза из соседнего вуза. Ну вот, Сашенька, все наши проблемы ты уже решила. А кто твои-то тебе поможет решить? Мне надо выпить. Да чаю, чаю. От ругани в глотке пересохло. Чаю, конечно, чаю. Когда едешь? Да надо в издательстве кое-какие дела порешать. Аванс взять под заявку. Ну, думаю, через месяц. А куда, Пашенька? Да у Кострова есть домик в глухой деревушке. От бабки достался. Я думаю, он мне его сдаст. Он туда на этюды летом ездит. Лёва от денег никогда не отказывался. Какой ты у нас молодец. Кора. Кора, посмотри, что тебе бабушка передала. Кора! Кора! Не скоро. Лучше оставить зонтик открытым, чтобы он высох. И в последнее время все в таком духе, мистер Харпер. Давно? Уже с неделю. Вы знаете, все время молчит, слова не вытянешь. А раньше мисс Кора была такой болтушкой. Да. Малыш, ну почему ты молчишь, а? Мистер Хиггинс мне приказал. Иначе он опять убежит. И тогда я умру. Мисс Модест, уведите, пожалуйста, Кору. Мисс Кора, пойдемте. Вот так. Пойдемте. Алло, мама? Да. Как ты? Мам, нужен психоаналитик. Или психотерапевт, я не знаю. Да нет, не мне. Коре. С ней что-то неладное творится в последнее время. Кора, посмотри на меня, пожалуйста. А? А ты можешь дать мне мистера Хиггинса? Нет.
Почему? Тогда я умру. А кто тебе такое сказал? Мистер Хиггинс. Мистер Хиггинс сказал? Он у нас говорит, понятно. А что именно он тебе сказал, ты можешь повторить? Нет, он это молча сказал. А давай с тобой придумаем вместе историю про тебя и мистера Хиггинса. Ты не хочешь со мной разговаривать? Саманта, покажите, пожалуйста, мисс Кори и мистеру Хиггинсу наши новые игрушки. С удовольствием. Пойдемте, мисс Кора. Кора пережила очень сильный стресс. Последствия его еще долго будут сказываться. То, что вы поменяли квартиру, это хорошо, и обстановка не напоминает ей о пережитом. Но все-таки лучшей терапией была бы встреча с матерью. В ее возрасте разлука с мамой – самый сильный стресс. Это исключено. Ну что ж, можно тогда предложить следующее. Поменять обстановку еще более кардинально. Возможно, скажем, отправить ее в длительное путешествие. Видите ли, доктор, я сейчас очень занят и… Я поеду с Корой в кругосветное путешествие. Я давно об этом мечтала. А ты, Джеймс, спокойно работай. Ну вот и отлично. Итак, это по четверти таблеточки на ночь. Больше, я думаю, не потребуется. И обязательно информируйте меня обо всех изменениях в поведении и самочувствии нашей подопечной. Кора! Мама, ку-ку! Мама, ку-ку! Ку-ку? Кора! Мама, ку-ку! Ку-ку! Кора! Мама! Кора! 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 И что я побольше сумку не взяла, дура? Все, не могу больше дома сидеть. Надо работу искать, иначе с ума сойду. Ну, давайте, бросайте меня все. Пашка в глушь, ты на работу. Ну, я же здесь работать буду. Буду переводы на дом брать. Не обижайся, милая. Ну, то-то же. А то погреб вон ломится. Кто все это есть будет? Ну, на меня в этом смысле... Надежды мало? На. Ага, давай. Ну, хоть пару баночек за зиму осилишь? Ну, девочки, я готов. Паш, смотри, вот так вот прям возьмешь, вот так, да? Да вы что, обалдели, что ли? Чего? Чего? Да я за год столько не съем. Ой. Ну, вы даете. Да когда ты считал, сколько за год съедаешь? Клюкву-то хоть не вынимай, а то вдруг простудишься по пятке. Ты же их больше всего любишь. Ну, даёте. Все повыкидывал, все. Да ты бы вообще мне весь погреб засунул. Вот туда доедешь, еще вспомнишь меня, когда есть будет нечего. Ну, не ругайтесь. Ты чего?
Паш, ну что ты на нее руками машешь? Не плачь. Ну не плачь, пожалуйста. Ну, что ты, родная? Ну я же не навек. Вернусь. Девчонки мои, а? Вот вернусь с Романом. Тогда заживем. Махнем куда-нибудь, а? На острова. На острова? Ну? Ты не пей там, а бармот. А как ты узнаешь? Там ведь мобильник не ловит. Как сейчас дам? Тихо, 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 тихо. Все. Я поехал. Пока. Пока. Да не волнуйся ты за нашего Толстого. Не пропадет он. Пусть себе делом занимается. Я за него не боюсь. Сон сегодня плохой видела. Уверена, скоро что-то случилось. Так позвони туда. С твоего отъезда много времени прошло. Может, Джеймс уже остыл? Ну, давай, давай, не робей. Добрый день. Могу я поговорить с мистером Харпером? Это Сандра Сеймур. Что? Просили больше не беспокоить. Не надо было во все это. Вот сердца нету твоего бывшего. Хоть бы с ребенком дали поговорить. Это не Джеймс. Это Лиз. Да он тоже хорош. Все маменьку слушает. Джеймс много работает. У него нет времени и сил вникать в интриги Лиз. Маменькин сынок. Ничего. Мы здесь тебе получше найдем. Как же мне узнать, что у них там происходит? Поэтому мы вынуждены оказывать давление. Так что российская сторона ждет ваши инвестиции в наши фармацевтические исследования. Прошу господин вас. Баринов просил подчеркнуть, что этот вопрос должен быть решен срочно. Я понимаю все нетерпение российской стороны, но у нас сложилось мнение, что отчеты, предоставленные российской стороной, должны проверить наши эксперты. И уже на основании заключения мы сделаем выводы, стоит ли нашей корпорации принимать участие в этих фармацевтических исследованиях вообще. Но это же сильно затягивает дело. Я вас прекрасно понимаю, но поделать ничего не могу. Таковы принципы корпорации. Никаких сомнительных сделок. Корпорации. Дело в том, что на сегодняшний день процентная доля акций корпорации, которой владеет господин Баринов, равна вашей. Вот документы, ознакомьтесь. И я уполномочен заявить, что господин Баринов хотел бы решить вопрос с инвестициями по-дружески. На минутку ко мне, забежим в кабинет. Ага. Деньги Харпер обещал перевести сегодня. Проверяйте счет. Смотри, Артур, шибко не резвись. Учти, Харпер воробей стреляный. Не расслабляйся. Не теряй осторожности. Хорошо. Хорошо, давай. Глеб Анатольевич, там к вам Суворин пришел. Пригласить? Проси. Хорошо. Проходите, пожалуйста. Доброе утро. Привет, привет. Кофе будешь? С удовольствием. Присаживайся. Надеюсь, новости хорошие? Более чем. Бабулька в Питере. Обалденная коллекция Александрова. Картин 20. Сплошные портреты. Наследники? Есть дальние родственники, седьмая вода. Но деньгами не помогают, ждут, пока бабка помрет. Гуманный у нас народ, да, Суворин?
Могли бы бабушку и подушку придушить, а ведь ждут, пока Господь Бог приберет. 20 картин, говоришь? Угу. Спасибо. Там Тихомиров, как назначено. Тихомиров подождет. Небось, пришел опять за кредитом. Бизнесмен. Хренов. Пока у меня Суворин, ко мне никого не пускать. Глеб Анатольевич пока занят. Просил подождать. Да. Сандра? Сандра! Ну, ничего себе! Ты давно в Москве? А почему сразу не позвонила? Да какие обиды! Я просто безумно рад тебя слышать! Так. Сандра, нам нужно обязательно встретиться сегодня вечером. Я безумно рад видеть тебя. Ты потрясающе выглядишь. Спасибо. За встречу. Что-нибудь еще? Хорошо. Как твои дела? Да у меня все так же. Бизнес, долги, кредиты. Ничего не меняется. Лучше ты рассказывай. Как ты здесь оказалась? Чем занимаешься? Я последовала твоему совету. Прилетела в Россию. Решила полностью сменить обстановку. Пожить немного здесь. Живу у друзей. У друзей? Ну, я несколько лет назад была здесь. Познакомилась с писателем Павлом Удальцовым, его мамой. Mm-hmm. Они замечательные люди, мы дружим. Вот решила у них остановиться. А что делаешь? Занимаюсь переводами. А почему ко мне не пошла фирма? Пока не хочу. Понятно. Ну, а как там в Лондоне? Там все сложно. Прости, пожалуйста. Андрей, скажи, если ты соберешься в Лондон, ты не мог бы что-нибудь узнать для меня о Коре? Да, конечно. Я как раз через пару дней лечу туда по делам и все для тебя узнаю. Правда? Да. Спасибо. Ты даже не знаешь, что это для меня значит. Да перестань, я еще ничего не сделал. Но когда вернусь, предъявлю счет. И что же потребуешь? Душу. Бессмертную. Навеки. Я коварный. Слушай, у меня голова кружится. Я тебя такого еще никогда не видел. Слушай, только не подумай ничего. Хочешь, поехали ко мне? Просто посидим, попьем чаю, пообщаемся. Я понял. Спасибо тебе за хороший вечер. Мне было очень приятно. Ты помнишь, что обещал мне, когда поедешь в Лондон? Я помню. А ты обещай мне, что когда едешь до дома, позвонишь. Хорошо? Угу. Пока. Пока. Хороших тебе снов, родная. Почему ты не поедешь со мной и с бабушкой? Малыш, это будет интересное путешествие. Я очень хотел бы поехать, но, к сожалению, не могу. У меня много работы. Но я буду ждать вас здесь. А я про тебя буду думать. И мистер Хиггинс тоже.
Хорошо, моя девочка. Хорошо. Спокойной ночи. Ну, как она? Все хорошо, я думаю, скоро заснет. Джеймс, мисс Модест, идите спать. Что это? Я же просила все уничтожить. Мам, Кора захотела оставить хотя бы одну фотографию. Джеймс, мы 100 раз обсуждали эту проблему. У ребенка не должно остаться никаких воспоминаний об этой женщине. А ты уверена, что это правильный выбор, мама? Да, я уверена. Если бы не эта женщина, столько бед не свалилось бы на нашу семью. Мама. Мальчик мой, я всегда знаю, что лучше для тебя и для Коры. Потому что я мать. Потому что я очень люблю вас. Мама, у меня завтра очень важная встреча с русскими. Я хочу выспаться. Твоя комната готова? Спокойной ночи. Драгоценных тебе снов, милый. Наши эксперты определили, что данные, которые предоставил господин Баринов, недостоверны. Наша корпорация не может участвовать в этом сомнительном предприятии. Ну, в таком случае, господин Баринов соберет совет директоров и поставит вопрос о вашем переизбрании. У нас контрольный пакет акций. Как я могу связаться с господином Бариновым? Он свяжется с вами сам. Оборачиваю к себе в середину. Браво. Да, Женька, останешься ты у меня сегодня без штанов. Но мастеру их проиграть не стыдно. А потом, ты знаешь, я по мелочи играть не люблю. У Цербер. Что там у нас в Красноярске? Предвыборный штаб пашет. По всем значимым рейтингам мы на первом месте. Ну, смотри, действительно ты у меня сегодня останешься без штанов. Ну, это мы еще посмотрим. О как! А что было? Да. Ну, зачем? Я же тебе сказал, дави Харпера до конца. Слушай, Артур, ну зачем ты дал время англичанину? Я же тебе сказал, Давида Победного. У нас неприятности. Кто? Антон смылся от охраны. Харпера оставь пока в покое. Женя, доиграем партию в следующий раз. Угу. До вечера. Где искали? Как обычно, по всем известным точкам. Дима! Найди мне сына, слышишь? Живым найди! Не жалей ни денег, ни людей. Только найди сына. Всех подними на ноги, ты понял? Иди, Дима. Привет. О, привет. Можешь меня поздравить, я получила первый гонорар. Да? Поэтому решила сделать тебе подарок. Опа! Так это же, боже мой, это кто ж тут у нас такой прекрасный? И как же нас зовут? Называй как хочешь, у нас все согласен. Алло, да, Андрей? Так. Так. Я уже мчусь.
Тихомиров прилетел из Лондона, что-то узнал про Кору. Я побежала. Давай, давай, беги. Пока. Ты, наверное, голодный. Оголодал, пока ехал. Сейчас мы тебя покормим. Найдем что-нибудь вкусненькое. Два дня, сплошные встречи, переговоры, все как всегда. Добро пожаловать в мою берлогу. Только строго не суди. Здесь все-таки живет холостяк. Ну, перестань. У тебя уютно. Я рад, что тебе нравится. Проходи, присаживайся. Спасибо. Ты не против? Нет. Андрей, можно я сразу спрошу про твою встречу с Джеймсом? Конечно. Что ты узнал про Кору? У Джеймса проблемы с его корпорацией. Виделись мы мало, но про Кору он рассказал. И что он рассказал? Они сейчас с бабушкой в кругосветном путешествии. И у меня есть для тебя подарок. Но я тебе его покажу только после того, как мы выпьем за нашу встречу. Ну, хорошо. Тогда я предлагаю выпить за нас, за нашу дружбу. Андрей, если бы не ты, я... Сандра, я ради тебя готов на все. Собственно, подарок. Угу. Кора. Девочка моя. Скажи, а могу я это сбросить тебе на почту? Да, конечно. Пиши адрес. Готово. Все. Они улетели к тебе. А там их много? Ну, около 10 штук. А можно я их все посмотрю? Зачем спрашиваешь? Смотри, конечно. Листать влево. Угу. Сандра, я очень хочу выпить за наше будущее. Не могу понять, что-то не так. Кора не улыбается. Скажи, а Джеймс ничего особенного про нее не рассказывал? Нет. У него большие проблемы с бизнесом, и мы так коротко виделись. Сандра, что с тобой? Мне нужно идти, я должна подумать. Прости, не провожай меня, ладно? Спокойной ночи. Кора стала отказываться от еды. По ночам плохо спать. Я давала уже по пол таблетки. Угу. Не помогает. Поэтому я была вынуждена прервать путешествие. Угу. Но дальше так продолжаться не может. Я же говорил, что встреча с матерью... Прекратите эти разговоры! Мать преступница, и ребенок должен забыть ее навсегда. Все! Вы понимаете, что в нашей жизни ее больше не существует? И я не хочу, чтобы ее имя упоминалось в нашем доме. Ну что ж, кроме того, что я уже предлагал, я могу рекомендовать вам курс лечения психотропными препаратами у себя в клинике. Доктор, как долго это может продлиться? Ну, месяц, может быть, дольше. Могу положить ее прямо сейчас. Я не поклонник медикаментозного воздействия на столь юный организм, но... О, а как себя чувствует мистер Хиггинс? Саманта тебе все покажет в твоей палате. Тебе там будет очень удобно. А папа и бабушка смогут тебя навещать в любое время. Ну, смотри. Бедная девочка. А мама. Вот здесь как будто специально место для мистера Хиггинса. Я вот что подумал. Может быть, было бы лучше, если бы Сандра... Джеймс, в такие минуты семья должна объединяться, а ты... Прости. Прости, мам. Ку!
доченька моя! Кора! Где ты? Кора! 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 Что с тобой, девочка?